Вопросы занятости детей в дни летних каникул обсудили на совещании в городской администрации. Особое внимание уделили организации отдыха и сопровождению несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Нам надо с вами нашу криминогенную молодежь, деток наших, которые склонны к противоправным действиям, нам их надо удержать. Для того, чтобы мы их удержали, они должны быть заняты, они должны быть под контролем. По возможности лагеря, по возможности контроль со стороны социальных педагогов, потому что, к великому сожалению, контроля со стороны родителей нам с этими детьми ожидать не приходится. Кроме организованного отдыха в лагерях и во дворах под присмотром социальных педагогов, для подростков организуются временные рабочие места на предприятиях и в организациях города. В дни летних каникул в Заречном планируется трудоустроить за счет средств местного бюджета 149 человек. На заработную плату подросткам в 2011 году выделено 650 тысяч рублей. Из них на летнюю кампанию предусмотрено 500 тысяч рублей. Заработная плата подростков будет составлять за 4 часа работы 50% минимальной оплаты труда. Это 2305 рублей. То есть расход на одного человека составит в среднем 3351 рубль. До конца мая будут составлены списки детей, родители которых не подали заявление на трудоустройство и отдых в лагерях. Работу с ними планируется вести по месту жительства. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».